Дружище, давай проверим твою реакцию. Успеешь поставить лайк за 3 секунды, значит, ты самый быстрый человек на Земле. Всем привет, дорогие друзья, с вами, как всегда, Юрач. Сегодня со мной Таран и Хасан, и это скилл-тест в GTA 5 онлайн. Здорово, ребят, всем бенч. Всем кукусики. Кукусики. Так, короче, малютки, морковки. Малютки. Ох, нифига. Офигеть, ты как на этом, не знаю, как будто там какой-то... Джампинг был, не знаю. Эта машина просто прирожденная для того, чтобы летать. Кстати, тут надо с разгона, прикинь. Опа-на! А не долетит она. Надо чисто с разгона попасть в щелочку, улететь. А там нам на стрелку надо попасть. Там еще наверх, там еще выше. Слушай, Да. Да долбаная скамейка. Уран! Сорян! Нифига. Скамейки. Так господи. Ой, во! Да нет! А там еще надо рулить воздух! Я взял! Приколись, я снизу куча прилетел и взял. Ну вот на рад читер. Я тоже взял. Изи! Изи! А, я взорвался. Довольно-таки неплохие машинки, интересные. О, я еще один взял. Е-бой! Блин, а я отлетел в другую сторону, какого черта? Слышь, а ты как допрыгнул вообще? Я. Вот так же, как и ты. Потом просто это. У меня, короче, знаешь, я как-то кубарем залетел оттуда. Ай! Я понял. Я не могу это сделать. Ой, я взял. Да надо сделаешь, догнаться. Надо попасть. Что, в дырку никогда не попадал, что ли? Это на... сложно. На Ctrl надо. Да тут, я понимаю. Слушай, тут где-то, короче, да, а, вот она. Так она на изи проехала, что ты делаешь? Смотри, она, короче, вот так вот задом едешь, она, короче, багует колесом и вот так заезжает. Подъезжай, короче, задом, чуть, да, вот так, а тут как сейчас сделать? А чё? Я не успел подумать, у меня тачку. Я взял, давай задачу. Взял? Да. Да господи, что за дрянь такая? Опса, циндер. На что я застрял, да? А! Нихрена ты подлетел! Эй! Я перелетел! Да господи, вот он замигал наконец-то. Так, давай аккуратно уже! Аккуратно! На колеса, не взрывайся! Ух ты, я сальдуху сделал и идеально приземлился, все отлично. Блин, толкните меня! Все, пока. Извини, Нарат, но я поехал. Куда ты поехал? О, ну давай, житый, выезжай! Ты прикинь, тут... А где чего? Там трансформации же вроде бы, Юран. Так я вижу, там слоу долететь типа надо. И дела. Может, толкнешь по-братски? А ух ты, нихера! Это как так-то? Я в Жигуль превратился сразу, не... Я, короче, не понял, что произошло вообще. Ну чё, ну ты... Короче, ребята. Пока, пацаны, я поехал свой новый Жигуль испытаю. Кстати, гоночка, ребята, называется «Назад в 70-е». А, я не долетел до этого. Там, короче, с крыши на крышу надо разгон взять. Да. Я ЕС долетел тоже, ебой. Там аккуратно, там с крыши на крышу надо разгон взять. Окей. Окей, я тебя понял. Слушай, а Жигуль могёт, вообще нормальный такой Жигуль. Всем Жигулям Жигуль. Что, зачем? Да я там застрял. На стенке. Тут, короче, что-то незаконное, слушай. Я тоже взял, все. Ой, блядь. Ебой. Ой, а что за вертушки? А, это опять читерская гонка. Да, ребята, тут, короче, опять читерские предметы, что-то непонятное. Так, Юран, тут по... А, все, по автобусам. О, серьезно? Тачки добавят. Обманный маневр! Смотри, какая у меня машина цветом. Какого цвета у тебя машина? Синяя. Синяя. Под цвет моих волос, кстати. Да? Да блин. Мы... Это страшно. Гидра, толкни, пожалуйста. Зима близко. Я, короче, Гидре сказал, побибикал, короче, толкнул, он сам упал, блин. Засал. В этой битве нужно кем-то жертвовать. Там Юран вообще едет, не парясь тут у нас. Да что ты? Я-то не парюсь, я просто не понимаю, какого хрена здесь происходит и вообще как это задумано. Я вот только что проехал и прям врезался в стопори. И куда дальше? Ну там уже вон чекпоинт, ты что, не видишь? Нет, я через стопори, понимаешь, не проехал. А может, не надо было?
А, нет, смотри, видишь, там бустер, тебе надо... А, нет, стой, подожди. Я говорю, я через них не проехал. Пацаны, я сделал это. Ну, я чекпоинт не взял, но я проехал, короче, понятно, хрень какую-то нереальную. Юран, Юран, а как с этого проехать с Уурайда, там стоперы? А там, короче, не в стоперы, там вылетать надо, и видишь, бустер впереди зеленый. А, все, понял. И прям до чека, прям. До Талова. Все, понял, я принял. Долетел с первого раза. Ну, почти ну, с первого раза. Ты хацкер, блин. Так, мы тут в гидре, короче, тусуемся. Да, блин, заколебал, нам, короче, я вроде норм, и в это сразу в здание ушат. Вроде норм, а не норм, да? Да-да-да, вообще что-то как-то так, такое. Чего? Нет, только не это, я так и знал, что я сейчас зафейлю здесь, да ладно. Ну ты вообще... Как, я... ты, там, как ты там проехал через эту... На фиолетовенькую, с голубой на фиолетовую? Да. И на изи вообще, даже без разгона. Юран! О, да, смотри, видал? Ты видал, что я сделал? Я живой! Тихо! Так, давай, это ты мордой, так что давай, первый я посмотрю, что делать вообще надо. Надо тайминг, да-да-да, вот так, скорее всего. Не скорее всего, а так, я-то здесь уже был, я просто там два раза не допрыгивал в одном месте. Все, я понял, чтоб я тут просто сейчас не зафейлился. Разведка. Разведка боем. Оп-оп-оп, цап-динь-дри-ти-пири, оп. Смотри, задом, блин. Кстати, неплохо так поехал. Так-так-так. Это чуть повыше наткнуло. Тут, короче, бочка. Да не уж ты переехал на третий раз-то. Все, счастья, счастья, завтрашнего дня. Ла-ла-ла-ла. Да, тут не долететь. Надо сверху лететь. В смысле? Вот тут вообще разгон надо адский брать, адский разгон. Да нет. Да твою мать! Я думал идеально просто рассчитал. Всё, я тоже, проехал. Ебой. Красавчик, это один я лошадь там три раза ехал, да? Я... Нет! Дальше в американскую дырочку. Американскую. Но там ну слушай, это слишком здоровая дырочка. Ой, я под дирижабль залез. Я даже не долетел до туда. А, пробуй жопы крутить. Не получается, она вообще не хочет. Не хочет. Она не... А, не, вот что-то получается. Но у меня сейчас покрышки лопнут просто. Стоп, блин, тормоза! Вот, вот тебе повезло. Это тормоза, чувак. О, тень, спасибо, пожертвовал собой. Кегли? Кегли. Да ладно. Она ездит по кегли? А нахер там буст? Сейчас, походу, будет какой-то прикол. Итальянский. Я сейчас буду орать, да? Сейчас, походу, кто-то полетит. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Да господи, как это сделать? Сука! Да, улетел? Блин, ну это вообще подстава, подстав. Ну-ка, я сейчас попробую. Оба-на, ебой! Я взял. Я знаешь, как сделал, на вторую срулил направо, у меня бустер, короче, толбанул, я прям этот. Да. Ты взял? Да. Тут бустер, короче, снизу еще. А я видел его, когда падал. Блин, как ты там вырулить успел на бусте? Вот что мне интересно. Я, кстати, на бусте тормозами ехал, не повезло мне. Ну, я как-то рванул так прям. Я сразу влево попробовал на шару долбануть, короче, его тут так получилось у меня. Сразу меня, типа, выкинул туда, на него. Так, разгона мало. Тихо! Стоять! Блин. Капец. Ну, в принципе, попроще вам, да, вот это место пройти, тут дальше такое, ну, как, изично. Главное, это у меня хоть машина, она прокачанная, хотя бы что-то есть толк какой-то от нее. Юрач! Чё? Я почти долетел. Не могу сказать, что я рад этой новости. Особенно, когда я здесь жопу пытаюсь проехать. Все, я проехал. Проехал, взял, да? Да. Сколько? 10 минут мучился. Не знаю сколько, так, смотри, тут бустер. Смотри, я лечу. Да блин, опять. Вот еще чуть-чуть не хватало вообще прямо угла. Но если чуть, если вообще резко угол там брать, то прям за этот дрифт входит. Так, а где там бустер качается, господи? Я меня прям ускорил, я развернулся и поехал просто прямо и все. Я даже не парился. А вот, неужто сработал тормоз? Так, а тут как? Подожди-ка. Да, я не понимаю. А, все, вижу. Норм. Так, я еще один чекпоинт взял. Блин, короче, это. Вниз башкой. И тут ускорение еще. Ой, бомбалейл. Бомбанул. Почему, когда что-то взрывается вдалеке, трясется экран у тебя?
Ну, типа, как будто, ну, как ударная волна, скорее всего. Ну, я так думаю. Спасибо! Просто красотища. Ну, где чек? Тут один этаж. Опа! Все. Отлично. Всё, взял, да? Вот собаки, ну, дальше там гидера. Проще. Догоняй, давай, пробуй. Е-бой. Отлично. Ага. А, всё, взял, что ли, нихера себе. Чё-то там... это рано, чувство не догонит, там запары нету, да? Да, тут, в принципе, дальше попроще уже. А чё Волжан-то не едет, господи? Здрасте, приехали. Привет, мопед. Ага. Тут качает маленькая платформа, я тебя понял. Я прошел. Все, красавелла. Там, ну там дальше не зафейлись. Надо по этим. И налево сразу. А, не! Я видел. Не взял. Еще взорвался. Ты серьезно, Волга, как ты упала здесь? Кегли жопы лучше проезжать, там вообще есть. Да я жопы не умею. Так. Окей. Значит, тут налево. Давай. Лево. Ускорение. Я просто понять не могу, как вот этот чекпоинт взять под... после этой херни. О-о-о. Где на этой... Как там, по стенкам таким едешь, да? Где эти стоперы крутятся. Нееееее, двигаются, жопа точнее. Упал. Да-да-да, тут чуть непонятно, откуда заезжать. Так, сейчас подожди, я не пойму, где ты. А, вот, все. А, там всё, просто вправо прыгай и все. Да-да, вижу. И сейчас справа объезжай, когда... Ну, там, по времени, по таймингу. И будет все хоккей. Крутяшки еще всякие непонятные. Да. А, я думаю, что я тупанул-то неправильно. Тут надо, конечно, по центру ехать. Все. Разведка. По центру. Наконец-то прошел то место. Тупой на самом деле место. Так. Мне бы пройти то место. Что там за... А, на платформу становится. То, что я ненавижу. Спасибо, автор. Нет, там, в принципе, там большое расстояние. Там можно... Следующий стрел. Да как... Да блин, да как? В смысле-то про... А-а-а, вот оно что. Ладно, я пока вам не скажу, даете сразу потом, короче... Когда даете, ну я объясню, как проехать ее. Вот ты какашка. Нифига, короче, тут что он придумал, хитрый чувашин татарин, блин. А где чек? Выше еще? А сколько там этажей-то таких? Два вроде. Вон они... Ага, вот так вот, да? Понял я тебя, спасибо. Че, Юран, где ты? Я на днище упал, как всегда. Взорвался. У меня горит жопа! Сень, поехали сюда сразу. Достал. Вот, блять, вот так вот сразу можно было проехать. Че я туплю-то? Все, нахер. А знаешь, как в своем прикольно, еще когда материшься, задом наперед делаешь запись. А так можно было? Я чекпоинт, ты видел, как взял? Нет. Я даже смотрю... не заезжал, я просто в бок прыгнул и все, и взял его. Я не видел, просто я далеко нахожусь сейчас. Господи. Сень, короче, ты где? Пойду дрифтить. А где бустер? Справа, слева? Буст... Ты сейчас где, на стрелочках или где? Да, я так и знал. Падла, я так и знал, что там бустер. А там с обоих сторон? Да. Я говорю, потом ты увидишь, в чем прикол, если сейчас не спалишь его. Тебе сказать или не надо? Да ладно, сейчас уж проеду. Давай. Я просто сейчас... Пяу! Долетел? Ко мне, таран. Да. А там, видишь, посередине была просто стрелочка фиолетовая под дирижаблем. А. Таран, спускайся. Без палева, да? Да-да-да. Ну, я вижу тебя. Нифига там дрифтишь. Господи. Труба-то ну, 30... зачем здесь? Типа надо 10-ю винду ставить, а я не хочу нафиг ее ставить. Я на 10-ке. Не знаю, ну мне десятка как-то, не знаю, неохот ее ставить. Не знаю, я привык. Ну, я, в принципе, одинаково, как с восьмой. Ну, ладно, не суть, короче. Не, там просто приезжай, Юран, и все, там, вот, на финиш. Не поймешь, короче, как чекпоинты эти работают. Так, все, хорошо, взял, только проверю ради интереса. Давай. Нет, я был лучше. О, Сень, ты долетел, что ли, нифига ты? Господи, какая беспонтовая машина, на самом деле. Жигуль даже лучше. У тебя прям вообще стиль. Деревянный. Да. У меня... Колхоз. На ней помидоры нормально возить. У колхоз. Меня самый прикольный цвет. Я, кстати, твою не видел. Какая у тебя цвета. Уить. Сейчас назад. Ну, кстати, вообще изи. Сейчас ты вот на синий поднимешься и сразу возьмешь как чекпоинт тоже. Тирин. Чё, всё, финишируем?
Ну, да. А, он даже не заехал. Я, видишь, я говорю, даже я тоже поднялся, думал, там еще один этот подъем. И вот как-то так. Что ж, дорогие друзья, вот такая вот сегодня была серия скилл-тестик на новых машинах. Если вам понравилось, то обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал, а на паблик, на страничку ВКонтакте, все ссылочки в описании под видео. Спасибо за просмотр и пока. Все, всем пока, ребят. Всем пока.